На правобережье Красноярска на проспекте Красноярский рабочий 30А сегодня загорелись склады. Сообщение о пожаре поступило в МЧС по краю около 16 часов. О ситуации в прямом эфире сейчас готова рассказать моя коллега Алина Штоколова. Алина, сколько пожарных работают на месте и удалось ли локализовать уже огонь? Здравствуйте, Сергей. Пожар удалось потушить всего несколько минут назад, в 20:15. Сейчас пожарные проливают здание, чтобы не произошло повторного возгорания. Я напомню, что сигнал на пульт дежурного поступил в 16 часов 18 минут, но приступить к тушению специалисты смогли только через некоторое время, потому что существовала опасность взрыва. Здесь находилась три емкости с растворителем. Поэтому локализовать возгорание удалось в 18:52, прошу прощения. Это значило, что огонь уже не сможет перекинуться на соседние здания. Вообще в ликвидации этого пожара участвовало 17 единиц техники и 61 человек. Ему была присвоена вторая степень опасности. Горело 1250 квадратных метров склада с лакокрасочной продукцией. Сейчас уже, как я сказала, пожар потушен, никакой угрозы для жителей микрорайона нет. Видимость на Красрабе хорошая, то есть водители могут без проблем проезжать этот участок дороги. Единственный момент, на который попросили обратить внимание спасатели, это если жители близлежащих домов чувствуют запах дыма или гари, их попросили какое-то время не открывать окна, ну, пока они не почувствуют, что угроза, собственно, миновала. У меня на этом все. Вся информация к этому часу. Сергей.